Власне, буде ток-шоу, в якому всі наші учасники, всі герої і наші імпровізатори будуть спілкуватися словами, які починаються на одну і ту саму літеру. Крім Роми. З літер і почнемо. Давайте, Оля, вийде літеру Вові. Хорошо, тебе П. Не П? Да. П. Тогда тебе Т. Отлично. Машенька, а ви міняйте з Валіком, будь ласка. Дай Валіку літеру. І дай йому. І. Р. 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 Спасибо. Спасибо. Тогда тебе С. Власне, тепер треба придумати назву цьому ток-шоу. Скажи, будь ласка, будь-який прикметник. Уже на С? Ні, пофіг, можеш на С, якщо є. Сказочний. Сказочний. Оля, іменник, будь-який іменник. Давай Оля, на Д скажи, сказочний, і що-то на Д. Дом. Дом? Да. Так, сказочний дом називається сьогодні наше ток-шоу. Дивіться, ми вирішили трошки ускладнити. Оля, ти залишаєшся тут, ти одразу у нас учасниця шоу, а ти, Машенька, йдеш з хлопцями за лаштунки готуватися, придумати собі образ, в якому ти, власне, пізніше з'явишся. В ефірі ток-шоу «Сказочний дом» на замовлення Олі Полякової. Поїхали! Дамы и господа, всем здравствуйте! В эфире самое скандальное ток-шоу страны «Сказочный дом». Я вас всех приветствую в нем. Здрасте! У нас уже в студии есть первая гостья, которая решила поделиться на всю страну своей проблемой. Ну что ж, давайте вначале познакомимся поближе. Как вас зовут? Тамара. Тамара. Тимофеевна. Тамара Тимофеевна. Тамара Тимофеевна, вы очень шикарно выглядите. Сразу комплимент вам. Так. Тамара Тимофеевна, расскажите, пожалуйста, о себе. Кем вы работаете? Торгую. Чем торгуете? Разным, да? Ну, давайте, чуть-чуть. Творог. Творог, так. Что еще? Тамбурины. Тамбурины. Табуретки. Табуретки. Тафтой. Тафтой. И туфтой. И туфтой. Блошиный рынок, правильно. Ну, вот так вот расстелили все, вы работаете на рынке. Правильно. Что? Это какой-то центр, да? Так. Угу. Там, где торгуют. Как он называется? Да. Тупая Тамара. Вот вам слово «торговый». Торговый центр. Торговый центр. Я помогу. Как он называется? Тупая Тамара. Тамара. В честь вас. Хорошо. Торговый центр «Тупая Тамара». Тамара, сколько у вас... Тамара Тимофеевна. Тамара Тимофеевна. А сколько вам лет, чтобы вот так на отчество? 30. 30? Хм. Тамара Тимофеевна, давайте перейдем уже к проблеме, которая стучилась у вас в семье. Я знаю, что у вас есть девушки-завистницы, потому что вы шикарно выглядите на свой 30-летний возраст. Может, одна из таких завистниц у нас появится в студии. Я знаю, что у вас произошел конфликт, это бытовой конфликт. Так, у нас все-таки и семейное телешоу. Как зовут мужа? Тупак. Тупак. Рэпер, правильно? Так. Тамара Тимофеевна, ваш муж Тупак, из-за этого, на почве этого и конфликты, что он, да, он безработный, правильно? Либо чем он занимается? Трепает. Трепает. Только языком, что найдет себе работу, Тамара уже устала, а уже он на шее у вас висит, правильно? Да? Трупом. Вы Тупак такой. Тупак такой, да. Мы с ним поговорим, мы с ним поговорим. Он еще пьет, что он пьет? Текилу. Текилу. Целыми днями пьет текилу. И тайленол. Лечится. Трясет. Трясет. Текилу и тайленол. Тайленол. Коктейль. Да, together. Together, о. Ну что ж, муж, который не хочет работать, Тамара Тимофеевна кормит. Сколько у вас детей? Трое. Имена? Как вы их назвали, любимых детей? Тупые. Тупые. Даже не стали привыкать, потому что они все в отца. Трое и тупых. Трое тупых. Тетей. Ой, ты бедная жизнь ваша, Тамара. А вы ведь мечтали стать не торговкой. А помните, кем вы хотели стать? Трансвеститом. Трансвеститом. Уехать в Таиланд. Уехать в Таиланд, забыться, стать уже не Тамарой, а кем?
Тейлором. А Тейлором. Стать Тейлором, но нет, вот так живет себе в хрущевке с тремя тупыми, нелюбимыми детьми и мужем, который не работает. Ну что ж, будем разбираться в этой ситуации, там не все так просто. Будем понемногу разъяснять ситуацию. У нас есть первый гость, встретим его аплодисментами, пожалуйста. Еще одна прекрасная девушка, пожалуйста, присаживайтесь. Как вам удобнее, как вам удобнее. Как вас зовут? Сара. Сара, очень приятно. Тамара, Сара, да, я понял. Сара. Соседка. Живете вместе? Слушаю ссоры. Вы все подслушали. Ай, Сара, все слушали. Си. Сучка. Нет. Совестливая. Сык-сык. Сык-сык. Подслушали. Расскажите, пожалуйста, нам, что вы узнали? Сёрбаю сок. Слышу. Угу. За стеной. Что? Срутся. Слезы. Слышали, как Тамара плачет. Срач. Угу. И собралась с мыслями. СМС-нула супругу. Рассказывайте. Долго? Хорошо идете, да. СМС-нула супругу. Так. Собака. Пишите ему собака. Собака. Просто отправили ему собака. Вы у вас собака. Тоже... Собака. Да, отправили собака. Мужу собака. Собирайся с манатками сюда. Позвали мужа домой. Да? Правильно? И себе сыр. А, все, продолжили. Сок, сыр, да, все, да, продолжили. Да. Ну что ж, соседка слышала, супруг как вы... свирепствует. Да? Угу. Он уже готов зайти? Давайте не ждать, встретим аплодисменты. Здравствуйте. Привет. Вы, я так понимаю, супруг Сары? Получается. Переехал. Вы ушли? Тварь! Потаскуха! Тварь! Потаскуха! Стоп! Прикрой пачку! Пачку прикрыла! Ой, тупак! Это мне нравится! За это я люблю наше ток-шоу! Потаскушка Полякова! Ну, к вас это никак не относится. Вы же не Полякова, вы же Тамара Тимофеевна! Полякова! Тупорыловая! Правильно! Договорились. Слушай, с ним секс супер. Прекрасен. Вот такие детали. Да ладно! Представляешь? 3 секунды? Спокойно. 5 пятниц! Месяц, да. Трепло. Сообразительное. Сообразительное, да? Переехал прекрасно. Туфта! Пригрела. Полоскала. Твари. Поцеловала. Сообразила. Состряпала. Сырку. Приготовила плов. Постирала портки. Ухаживает, да? Прекрасная принцесса. Самостоятельная. Принцесса. Тамара Тимофеевна, я представляю, как вам сейчас больно. Что вы чувствуете? Привыкла. От вас ушел муж к соседке. Да? Пусть идет, я понял. Ну, Тамара, будем разбираться. Со своими 3 секундами. Это моя буква. Мы потом все как-то нарежем. Тамара, у вас остались еще 3 нелюбимых детей. Вы еще помните? Да. Приму. Заберете? С собой. Тана. Показать палец? Показать? Не нужно. Хватит оскорблений. 3 детей. Все-таки, да, вы готовы принять чужих 3 детей? Супер сама, супер с ним, секс. Вы чисто ради секса с ним, да? Тамара Тимофеевна, есть человек, который вас обрадует. Он сейчас зайдет в студию, и я уверен, вы очень обрадуетесь. Встретим аплодисментами. Подождите. Рауль! Подождите, придурок, подождите! Рыба, рыпнешься, разнесу. О! Рауль! Порвать пачку? Разорвать ритузы? Поломать
позвоночник? Разжать расщелину. Потушить придурочного. Потушить. Подожди. Порассказывай. Рассказывай. Приостанови. Рассказывай. Рагуль. Спокойнее, солнышко. Как вас зовут? Рагуль. Рикардо. Рагуль. Педро. Рикардо. Португальская профура. Румынский Рагуль. Ребята. Пенсионер подгулявший. Прикрой. Прикрой. Слишком подождите, много остроты. Пожалуйста. Ребята, я вас умоляю. Ну, во-первых, где вы их нашли? Во-вторых, Рикардо. Тупак. Тупак, ваш тупак. Рэпер? Да. Рэпер? Тупой тупак. Тупой тупак. Поломать палец. Поцеловать палец. Подожди. Теперь. Попозже. Ну что ж, Рикардо. Как вы узнали, что сосед ушел к вашей жене? В тот день, когда ваша жена написала «собака сюда», в этот день смс-ку? Рассмотрел смс-ку. Спутала смс-ки? Получается, не тому отправила. Рыбачка! Спокойно. Рыба, разделим ротвейлера. У вас из наживного имущества только собака? Сообрази это сам. Разделю. Значит, смотрите, сложно разобраться в этой ситуации. Собаку режу. Порезал пса? Руку ранил. Сара, смотрите, вот ваш бывший. Вот без руки. Очень. Я думал, вы тупак, ну ладно. Вот ваш сосед, который вы выбираете одного из мужчин, и будем дальше уже. Какой из них? Рикардо, тупак. А соседка? Вы хотите с соседкой быть? Тамара Тимофеевна, Сара, все, вы хотите быть вместе? Принцесса, прости, пожалуйста. Телятина. Видимо, нет. Прости, пропишу. Нельзя женщин бить. Ну. Почему? Разрешаю. Помочь поменять пол? Вы же хотели. Помочь поменять. Вы же мечтали в Таиланд улететь и стать... Тет. Нет. Хорошо. У вас все хорошо, Сара? Сеньор сердца. Рикардо, бывший? Господи, как ты меняешься. Рикардо, вас она же обратно. Садись. Руки она принимает вас обратно. Тупак, вы все, вас выгнала жена из дома. Трудись. Вам нужно найти работу. Получается. Кем хотите быть? Парикмахером. Может быть, через время жена вас примет обратно. Постарею примешь? Престарелый папик. Нагруби ему и все. Ты тварь? Да, все, мы заканчиваем. Спасибо. Я не хотел на таком закинчить. Вот давай туда позитиву. Позитива? Можем по позитивному. Стоп. Есть идея получше. Тамара Тимофеевна, что мы будем делать? Тройничок? Вот теперь заканчиваем. Теперь можно закинчать.